Привет всем! В этом видео я расскажу вам про игрушку «Обучающий телефон» от Fisher-Price. Эта игрушка предназначена для детей от 6 до 36 месяцев. Она продается в такой яркой и красочной картонной упаковке, на которой можно прочесть, чему эта игрушка обучает. Также сзади можно увидеть некоторые ее функции в кратком описании. Вот так выглядит этот телефон без упаковки. На передней панели у него расположен экранчик и несколько кнопочек. Сбоку находится рычаг, который включает и выключает телефон. При включении телефон поприветствует малыша, а на экране будут загораться разные мигающие картинки. Под экраном располагаются три кнопки, которые отвечают за выбор режима. Нажав на кнопку с буквами, малыш выберет режим обучения алфавиту. И при нажатии на кнопки от 1 до 9 ребенок узнает все буквы алфавита. Вторая кнопочка – это режим обучения цифрам и счету. Выбирая этот режим и нажимая на кнопки от 1 до 0, малыш сможет узнать цифры. И также, как в предыдущем режиме, все цифры отображаются на экране. Третий режим – музыкальный. Выбирая его, ребенок сможет нажимать на кнопочки и слушать разные мелодии. При нажатии на цифру 0 телефон говорит разные фразы и прощается. Особенность этого телефона в том, что его звук совсем не громкий, поэтому малыш может спокойно прикладывать его к уху, а вы можете не бояться, что он повредит свой слух. Сзади у этого телефончика находится отсек для 3 мизинчиковых батареек. Если вам будет необходимо поменять батарейки, то вам нужно будет воспользоваться крестовой отверткой. На этом все. Спасибо, что посмотрели наш обзор.